Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Роберт Кампен. Женский портрет около 1435 года, дерево темпера 40х28. Портрет женщины и портрет мужчины, как считает большинство исследователей, является парным, и, возможно, первоначально они были соединены вместе. Об этом свидетельствует не только их одинаковый размер, но и композиционно-стилистические особенности. Моделями были зажиточные граждане города Турне, где работал Роберт Кампен. Установлено также, что они являются супругами. На обеих работах герои предстают погрудно и занимают все пространство картины. Художнику, с одной стороны, удалось создать две индивидуальности, с другой – очевидное двуединство пары. Хотя взгляды читы не встречаются, лица обращены друг к другу, при том, что лицо женщины несколько меньше и более ярко освещено, чем лицо мужчины. В работах усматривается определенная симметрия. Оба портрета являются собой пример высочайшего живописного мастерства Кампена. Они устанавливают планку, которая еще долго была недостижимой не только на его родине, но и во всей Европе. Именно это искусство оказало огромное влияние на весь ход художественного процесса в Европе в XVI веке. Вот такое описание к работе «Женский портрет», автор Роберт Кампен, около 1435 года, дерево темпера. Пока-пока, до свидания.